сейчас можно услышать на любом континенте, в любой стране, в любом магазине. Лёня, это платье мне не налазит ни на одну грудь. Это наши люди оккупировали Брюссель. В Париже, в дорогом магазине, одна женщина кричала другой: «Нинко, бери что подороже, а Шотик пока тебя любит, за все заплатит». А новый русский, а Шотик... Маленький, щупленький, но с большим достоинством стоит у зеркала в огромной ковбойской шляпе, в ковбойских сапогах по пояс. И смущенно спрашивает: «И что, во всем этом еще на лошадь прыгать надо?» Наши сейчас везде. На горных курортах в Австрии, на пляжах в Анталии, в круизе у берегов в Бразилии, на неприступной скале Сейшельских островов, так что видно только с самолета, огромными буквами было написано: «Гадом буду, не забуду этих островов». Весь мир начал изучать русский язык. Хотят наши деньги получать. В Турции только и слышь: «Кожа, кожа, Наташка, заходы». Ну, конечно, не везде еще знают наш язык, еще встречаются подобные недостатки. В Германии наши возмущались, вышли из магазина, возмущались: «Ну, темнота, ну, никто по-нашему не векает, а? Ну, тупые, а?» Действительно, пусть они учат наш язык, потому что мы их язык как в школе не учили, так и не выучили. Пусть они учат, а то знаете, какие недоразумения происходят. Один наш новый русский, такой здоровенный мужик двухметровый, решил в Карловых Варах в бар сходить, разбавить карловарскую, значит, слабительную пивом чешским. Заходит в бар, там одни немцы сидят. Ну, он у стойки кружку пива взял, пошел к столику. Пока шел, сделал один хлебок. У него хлебок как раз полкружки. Он остальные полкружки поставил, пошел селедочку искать. Уборщица увидела беспризорные полкружки. Мужик возвращается, на его месте уже немец сидит и свое пиво пьет. Мужик нахмурился: «Ты что ли мое пиво взял?» А немец такой радостный говорит: «Я-я-я!» «Но взял-то ты, оплатил-то я!» А этот опять: «Я-я!» «А в глаз кто хочет получить?» Это было последним. «Я-я-я». Остальное он уже все видел с пола одним глазом. Мы и они, конечно, разные. Мы никогда не сможем понять, как это французы едят лягушек. Мне одни наш новый русский рассказывал: «Ну это вообще, я тебе скажу». Мы с корешем зашли в каком-то ихнем Париже, в какой-то дорогой вонючий ресторан. Ну, решили подкультурных скосить, заказали эту жабу. Заказали бутылку водки для храбрости. Выпили ее всю. Заказали еще одну. Выпили ее всю. Я говорю: «Федь, давай это, начинай». «Она на тебе смотрит. Хватай ее за жабры. Представь себе, что ты цапля». «Не могу, ква-ква». Я говорю: «Надо, Федя, говорю, надо, надо». Французы говорят, что лягушки по вкусу напоминают цыплят. Он говорит: «А нельзя нам заказать цыпленка? И хрен с ним, пусть он напоминает лягушку». Я думаю, что нас узнают прежде всего не по акценту, не по языку, не по одежде. Наши, слава богу, одеты сейчас не хуже, чем они. Я думаю, что, наверное, по манере, что ли, или что-то в своем облике у нас есть. Но имеем право.
имеем право, как яркая нация. Один новый русский, другой мне рассказывал. Вот тебя этот вопрос интересует, я объясню. Сижу в Германии, в ресторане, пью кофе, никого не трогаю. Подходит официант, говорит, вы русский. Я говорю, как догадался? Он говорит, вы русский, когда кофе пьете, ложечку из чашечки не вынимаете, глаз прищуриваете, чтобы ложечка в глаз не попала. Ладно, учтем, нет базара. Позвал кореша, культурный человек, два срока отмотал. Предупредил, ложечку вынь. Понял? Понял, он сметливый, все так и сделал, сидит, пьет. Это гнида подходит. Вы русский. Я из засады, как догадался? Он ложечку вынул. Ложечку вынул, а глаз все равно прищурил. Чтоб ложечка в глаз не попала. Ладно, учтем, позвал профессора, предупредил, ложечку вынь. Глаз не прищуривай. Понял, профессор? Понял, сидит, все так и сделал. Этот опять. Вы русский! Я из-за себя как догадался? Он же глаз не прищуривал и ложечку вынул. Ложечку вынул и в карман положил. Ну, конечно, надо признаться нам с вами. Кое-кто у нас еще ворует. Кое-кто. Практически все, конечно. Ну, не будем перебарщивать. Человек 300-то у нас не ворует. Они не могут, они в тюрьме сидят. Но все равно. Не нужно думать, что мы хуже. Да, у нас быт отстает. Пока. Угу. А вот в смысле культуры, нет, конечно, бывает, мы держим нож в левой руке, бифштекс в правой, перевешивать даже неудобно. Но все равно, если за границей, вы зайдете в ресторан, и там сидит шумная компания, и все не смеются, а ржут, то это не русские, а немцы. Если человек в ботинках кладет ноги на стул или на стол, это не русские. Это американец. Если идет с дамой и на ходу чешет все, что ему попадается под руки, это не русский, а араб. Если писает прямо на улице, потом ложится на газон отдыхать, это не русский, а индус. А вот если ничего не понимает и каждый раз по 100 раз переспрашивает на чудовищном английском языке, вот это точно японец. Мы, конечно же, научимся и как вести себя, и манерам, и языкам. Как, собственно, и было в начале века. Дети за нас это сделают. По 5 языков тогда знали и не считали это чудом. Конечно, в этом разговоре нужно заметить, что сегодня далеко не все могут позволить себе поехать за границу. Но я уверен, пройдет лето так 5-7. Наладится жизнь. Очень многие смогут. И поедем мир посмотреть. Долго взаперти жили. До того самого 13-го года наша страна была самой путешествующей в мире. И как бы ни относились вот к этому вопросу, я, например, испытываю, как говорили в недавние времена, чувство глубокого удовлетворения от того, что наши люди, пусть новые, но русские, заставили весь мир относиться к себе с уважением. Мы сейчас за границей фотоаппараты «Зенит» с водкой не продаем. Матрешек с кипятильниками не обмениваем. Помните, 30 рублей нам меняли на всю поездку. Что можно было сделать с этими деньгами? Я помню, в Париже стоял, пересчитывал эту несчастную свою мелочь, стою на улице, смотрю, передо мной черный нищий стоит с протянутой рукой. А у него в руке, смотрю, денег больше, чем у меня за всю поездку. Кто кому подавать должен был?
А сейчас этот новый русский туда с деньгами едет, а это их иностранцев более всего убеждает. Или, как сказал поэт, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.